Если вдруг у вас еще нет планов на воскресенье, стоит посетить одну из крупнейших регат стран Балтии. Она начнется в 17:30 вечера возле Вантового моста. Затем церемония открытия регаты Рижского залива в яхт-клубе «Ауда». Как и любое другое соревнование, и регата не проходит без тренировок. В четверг вечером команды подняли паруса. Каспар Срошкаунс будет участвовать в регате Рижского залива уже четвертый год. Чего ожидаете от этой регаты? Ну, конечно, когда будет старт, мы все надеемся, что будем выиграть эту регату. Что необходимо, чтобы выиграть? Отличная команда, отличная подготовка и, конечно, успешная лодка. Это, наверное, три элемента. И немножко удачи тоже потребуется, потому что каждая яхта немножко по-другому. Кому-то идет лучше, если против ветра идешь, и кому идет лучше, если с ветром идешь, кому лучше, если сильный ветер, кому лучше, если мягкий ветер. Четвертый год участвует и Лайла. Для нее это соревнование особенное, потому что в первый раз она будет капитаном. Мы тренируемся дважды в неделю с командой здесь, в Рижском центре парусного спорта. В 7 вечера проводим такие маленькие регаты, соревнуемся между собой. Это прекрасный способ поддерживать парусный спорт, тренировать старт паруса. Готовятся и те, кто участвовать в регате Рижского залива будет впервые. Чего ожидаете от этих соревнований? Чтобы было весело. И все. Больше ничего не надо. И хорошая погода. Интересный факт. Регата впервые началась 7 лет назад. Тогда в ней участвовало всего 18 команд. И вот в этот раз участвует уже 70 команд. Причем соревноваться будут вместе с командами из Эстонии, Литвы и Финляндии. Это будет рок-н-ролл на воде, так как будет не только парад парусных яхт, но и другие яхты, не участвующие в соревнованиях, будут их сопровождать. Регата продлится 6 дней. В понедельник соревнования продолжатся здесь, вблизи Рижского залива. Во вторник участники отправятся в Салацгриву, где вечером состоится семейное мероприятие и концерт. А завершится регата в Пярну, где в пятницу наградят победителей. Наблюдать за парадом парусных яхт можно с обеих берегов Даугавы. А смотреть сами соревнования удобнее всего с причалов Даугавгривы и Мангальсалы. Где площадь? Вон в ту раз, ну. Слава, Юлия Бита, Иван Милов, Русал СМ.